Меня зовут Аня, спасибо, что заглянули на мой канал. Я думаю, из названия видео и предыдущих кадров вам понятно, что сегодня мы с вами наносим на губы 10 новых помад от Catrice. Это матовая линейка, которая называется Pro Ink. Мы нанесем их на губы, в процессе дам небольшие комментарии, и в конце мы подведем с вами итоги. Надо вам или не надо? Поэтому, если интересно, погнали, сейчас все будет. Я тут себе подготовила влажные салфетки Bioré, это мои любимые для снятия макияжа. Как раз таки сегодня они нам очень помогут. 10 матовых помад — это не шутки. И первая помада, которую я нанесла, это 0,10 оттенок. Вот такой вот он нюдовый. И это, наверное, тот тон, который мне понравился на себе больше всего. Но вы обязательно потом в конце видео напишите, какой оттенок понравился вам больше всего. Тон 0,20 уже такой более насыщенный, более яркий. В то же время, конечно, мне вот сегодня, мне кажется, тоже подходит под мои стрелы, под мои румяна. Короче, тоже очень нравится. Это оттенок 0,30. Кстати, очень удобный аппликатор. Пока что все помады я наносила именно им. Мне кажется, предыдущий оттенок явно может стать фаворитом многих. И следующий оттенок вот такой, 0,40, уже более такой нежный, если можно так его назвать. И классно будет под темные глаза. С 50 оттенка пошла уже холодная история, и здесь оттенок вот один в один, как мои губы. Когда подстывает, конечно, он становится ярче, но сразу как наносишь, прямо один в один такой вот красивый цвет. А это у нас с вами оттенок номер 60, чуть более насыщенный и тоже безумно красивый. Ну, уже, конечно, аккуратностью я не блещу. И уже у меня не совсем аккуратно получается наносить, но простите. Семидесятый — это оттенок такой розовый, чуть разбеленный, и, наверное, один из самых... Брюся! Брюсь! Ты чего мешаешь? Что? И, наверное, один из самых таких нелюбимых оттенков. Точнее, не то, что нелюбимых. Если выбирать из 10 тот, который понравился меньше всего, наверное, это он. Но не ты. А как вам? 80 очень красивый, симбиоз теплого с холодным. Такой уже более яркий, немножко ягодный. Короче, очень крутой. Но очень неаккуратно уже нанесен. Потому что губы болят. Ну, главное, что вы видите оттенок. Ну, красные оттенки я люблю просто по умолчанию. Здесь он прекрасен, здесь он очень красивый. Но его бы лучше бы наносить было самым первым. Его было прям супер красиво, но я надеюсь, что в принципе и так все понятно, что он просто шикарный. Мой финальный сотый оттенок, он самый капризный, поэтому я его наношу таким а-ля как растушеванным контуром, немножко вбивая и наслаивая. Только в таком случае он достаточно равномерно ложится, так он может чуть плешивить. А вот таким образом, как делаю я, в принципе, цвет не выглядит прям супер плотным, как мог бы быть, но в то же время выглядит очень даже красиво. Поэтому, если нравится сам цвет, он называется Courage Code, то...
брать можно. Единственное, что просто чуть-чуть к нему нужно будет приноровиться. Ну что, давайте подводить итоги. Я осталась самой последней помадой на губах, просто для того, чтобы уже в очередной раз не мучить свои губы. Хотя, честно, хотелось бы нанести красный, но все равно, мне кажется, выглядит он клево, особенно издалека. Вот, что мне хочется сказать по поводу этой линейки. Линейка классная. Стоимость одной помады, по-моему, в Космо 13,99, ну, короче, 14 рублей. Это в районе на нынешний курс, наверное, баксов 6. Помада очень тонко ложится, очень тонким слоем, очень комфортным тонким слоем, но с учетом того, что у меня сейчас межсезонье в голове, в душе и в жизни, у меня в принципе все сохнет, у меня в принципе мое состояние оставляет желать лучшего и настроение, то, видимо, как бы и губы воспринимают сейчас любую матовую текстуру достаточно сложно. То есть я ее все равно в любом случае ощущаю. Ну, а сейчас тем более, потому что я 10 раз туда-сюда повозюкала. Но, в ее оправдание могу сказать, это правда очень тонкая, очень легкая текстура. И не будь вот этого всего межсезонья, 100% я уверена в том, что не было бы никаких проблем. Потому что я ее даже наносила на щеки и на глаза. Пробовала делать а-ля такой мономакияж, как я сейчас, в принципе, люблю экспериментировать. И классно все сработало, отлично, беспроблемно. Самый такой оттенок, ну, специфический в плане цвета, это 70-й, но я уверена, что на него свое лицо, которому идеально просто подойдет этот цвет, не мой. Все остальные, в принципе, с большего мне понравились. Я могу выделить, естественно, красный. По оттенку мне нравится вот этот безумно. Также мне очень нравится 30-й, как на мне смотрится, 10-й. Ну, вы понимаете, что, в принципе, с большего мне нравится все. Если вы в поисках чего-то легкого, красивого, стойкого, про стойкость забыла сказать, она действительно стойкая и очень аккуратно сходит, то обратите на нее внимание. Эта текстура, наверное, подойдет тем, кто любит обновленную вот эту вот Рилуи нюд, ну точнее вот как была комплименте матовая, потом запустили нюдовую. Это очень близкая к ней текстура, в том плане, что она тоненькая и хорошо кроющая. Но пигментация здесь гораздо выше, тут с первого слоя она и все перекрывает. Поэтому да, еще раз да, выбирайте цвет, пробуйте, экспериментируйте. И знаете, что она еще безумно вкусно пахнет, это ее еще один огромный плюс. И аппликатор у нее тоже очень удобный, но в процессе нанесения я об этом упомянула. Поэтому спасибо вам большое за внимание, жду вашей обратной связи и увидимся с вами в следующих видео. Целую, обнимаю. Пока-пока.